Писатель уверена, что если бы Микела Абрамова родилась в семье слесаря, ее бы полюбили больше. Шестой сезон проекта «Голос. Дети» завершился грандиозным скандалом. По результатам зрительского голосования победила дочь Алсу Микела Абрамова. Отрыв десятилетней певицы от других финалистов более чем в два раза возмутил зрителей и некоторых отечественных звезд. Однако находятся и знаменитости, защищающие дочку Алсу. Лена Ленина не осталась в стороне от скандала и предложила подписчикам в Инстаграм перестать травить несчастного, и, кстати, способного ребенка. Писательница отметила, что если бы Микела родилась в семье слесаря-сантехника, а не миллионера, ее бы уважали гораздо больше. Вместо травли десятилетней победительницы, Ленина призывает внести незначительную сумму в фонд для всех талантливых финалистов, чтобы помочь им в продвижении. Светская львица пообещала сама пожертвовать миллион. Подписчики Лены Лениной не против инициативы, но считают, что остальные финалисты, особенно Ержан Максим, больше заслуживали победы.